10 марта во время совместного погранично-таможенного осмотра грузового поезда на станции Забайкальск были найдены дериваты животного происхождения. 465 хвостов весом в 93 килограмма, 4 лапы медведя, внутренние органы. Все это было упаковано в мешки и спрятано неизвестными в задней части грузовых отсеков полувагонов с рудой. В этот же день все обнаруженное было сожжено. По данным пресс-службы Читинской таможни, с начала 2018 года это уже третий случай задержания дериватов животных на таможенном посту.